Отношения между Россией и Германией, независимо от Ангелы Меркель, которая относится ко всем очень лояльно и очень мягко, она величайший дипломат, но при этом Россия будет продолжать дружить с Германией, потому что они наиболее близки друг к другу. У нас очень много общих интересов, и до войны было, и во время революции, и после войны. То есть были политические ситуации, когда была война, и тут уже никто не мог, так сказать, устоять, ни Польша, ни Америка, ни Англия. Но при нормальном положении вещей Германия будет и при новых, и при любых властях будет всегда поддерживать добрые соседские отношения. Здесь завязана экономика, и самый большой сосед – это Россия с огромными ресурсами и огромными перспективами. Поэтому ссориться немцам, а они очень прагматичные, не имеет никакого смысла. Поэтому они всегда будут продолжаться развиваться в лучшую сторону. Могут ссориться с кем угодно, с Америкой, в конце концов, немцы, с Англией, но ни в коем случае с Россией. Они будут всегда считаться с Россией и стараться поддерживать добрые соседские отношения. Как бы она ни относилась, Германия, к России, она всегда будет стараться сделать так, чтобы дипломатические отношения никогда не были нарушены.